Согласно вводной, на основании телеграфного указания первого вице-президента Морозова, по случаю схода пассажирского поезда на Забайкальской железной дороге организовано учение восстановительного поезда станции Курган. 99-й поднять восстановительный поезд в полном составе на станцию Кособродск. Значит, время напишем 9 часов 8 минут. ДНСО Гайдышев. Значит, приказ будет 99-й на подъем восстановительного поезда. Понятно. 99-й приказ, стойку заводите на подъем восстановительного поезда. Ваша фамилия как? Концова. Гайдышев. Телефонистка Крамцова. Телефонистка Крамцова. Одновременно с выставлением восстановительного поезда в отделении дороги под председательством первого заместителя начальника отделения дороги создается комиссия по организации необходимой подготовки восстановления технических средств после схода подвижного состава. В одном вагоне восстановительного поезда создается штаб под руководством начальника отделения по организации аварийно-восстановительных работ по подъему сошедших вагонов и локомотива по станции Кособородск. Значит, для всех руководителей информация последняя. На входных стрелках станции Кособородск в поезде 2083 допущен сход локомотива из 4 вагонов. Локомотив двумя тележками второго кузова по ходу движения. 3 полувагона, груженных углем с головы состава в сходе. Один лежит на боку, второй и третий сошли всеми колесными парами. 4-й вагон с головы цистерна лежит на боку, имеет течь груза. Значит, груз нет. Повреждено 150 метров пути, стрелочный перевод, один стрелочный перевод. Одна сигнальная установка с контактного провода сбита. Опора габарита по соседнему учетному пути нет. Значит, по ходу следования станции Кособродск будет выступать информация дополнительная. Значит, всем руководителям. Период следования.
до станции Кособрод составляется предварительный план организации аварийно-восстановительных работ. Значит, при получении дополнительной информации от начальника станции Кособрод вносятся соответствующие коррективы. Перед руководителем отдела предприятия ставятся конкретные задачи по организации восстановления прерванного движения и восстановления повреждений технических средств. В отделении дороги штаб возглавляет первый замнос. По информации, которая поступила из штаба отделения, поврежден стрелочный перевод номер 11, правый 1/9. Значит, сигнал Ч3 сбит 150 метров пути. Значит, предварительный план. Значит, начальник поставить на поезда, организовать подъем электровоза с помощью установки ХЕШ и 4 вагонов с помощью установки СОКа ВДК. Значит, опираем произвести обголовку различной нефти. Соответственно, произвести подтаскивание вагонов в зону работы крана. Значит, вам придаются... Вам придается контингент в соответствии со списанием вагонники, путей и локомотивщиков. Обеспечить руководство и расстановку кранов. Значит, связисты устанавливают связь с местом работы, уже установлена или есть. Инфраструктуры, разворачиваешь на новую палатку, энергетики, освещение, связисты, говорящие оповещения. Всех руководителей положили радиостанции на первом канале. Связь будет осуществляться по 19. Начальнику отдела инфраструктуры разобраться и при необходимости обеспечить усиление освещения путем передислокации с вашего с ЭЧ-5. Шумиха. Значит, на П обеспечиваешь погрузку и доставку пути для восстановления и один стрелочный перевод. Значит, решетка грузится по мысе. Решетку повезем еще, да. Стрелочный перевод с галком. Замену тележек, вагонов и оказывает помощь работнику восстановительного пункта. Но на месте, по прибытии с места, мы определимся с количеством тележек, которые необходимо будет привести дополнительно. Значит, двор оцепления, место работы. Виктор Емельянович, ОЗК, фамилия, регистрация всех участников восстановительных работ, оказание помощи необходимой и обеспечение питанием совместно с ОСО. Горячим питанием всех работников центра работы. ТЧ оказывает помощь восстановительным поездам с силами работников локомотивного депо. И всем руководителям обеспечить расследование и подготовку материала. Есть что-нибудь? Все-таки расследование ревизоры. Значит, с фотосъемкой, видеосъемка, место происшествия и подготовка материалов. Значит, еще раз повторяю, руководители отвечают за свои подразделения. Значит, я произвожу взаимодействие с руководителем предприятия отдела. Установочный поезд за ЧП. ЧП готовит установочный поезд. Значит, все команды начальника восстановительного поезда выполняются беспрекословно и без промедления. По прибытию на место восстановительных работ производится разворачивание необходимой техники, устанавливается штабная палатка. Штаб по восстановительным работам обеспечивается всеми необходимыми средствами связи.
Мне пожалуйста, еще ЗКФ на Сотовый, Челябинск, ЗИК, зам РБ по восстановительным спецам. ЗИК поднялся. Значит, согласно вводной, на полигон, значит, происходит расстановка техники с контрактором. Значит, все руководители на месте здесь, по главе с номером, сейчас я вам кое-что передам. Владимир Александрович, добрый день. Значит, ну, работы производятся согласно сценарию, все у нас нормально, шоколадку развернули, штабное питание обеспечили. Громкоговорящая связь работает. Так, где план оперативный для меня? Сейчас я... Надо что? Руководитель предприятий подойти в штабную палатку для проведения доклада начальнику отделения. Кран Сокол расстановлен. Сейчас КамАЗу 5 будет зона и цистерну подтянем КамАЗу. КамАЗу подтянем сюда, лопатой перебросим в сторону и подтянем. И поставим на место. Тележки его вынесли, одну тележку сюда поставим. Так, а тележку с расстановкой, с подъемом. Все, мы за 3 часа это должны сидеть. Конечно, маневр идут, значит, 14 должен закончить. Должны, да, закончить. Работы по подъему? Да, и открыть движение. И параллельно? Ну, там уже как получится, с остальными. Да. Параллельно, да, привести в порядок инфраструктуру, чтобы открыть движение. Да, 14. Так, доложите по уделяющемуся. Сейчас СССР мы трафик занят. Да, да, мы, да, мы план утвердили, да, здесь начальника поезда. То есть СССР мы оттаскиваем, потому что перебрасываем габариту, куда будет. Не открываем движение.
для проведения восстановительных работ при помощи подъемных кранов производится демонтаж элементов контактной сети. Подъем сошедшей цистерны производится с использованием трактора Komatsu и крана Сокол-М. Thank you.
Стоп! Подъем сошедшего электровоза производится с использованием установки HASH.
Подъем сошедших полувагонов производится с использованием крана ЕДК-1000/1.
подъему подвижного состава и закончили, поставили последний вагон. Ну, все нормально. Ну как, есть вопросы всегда.